Жителям Палестины бортом самолета МЧС России отправлена очередная гуманитарная помощь весом почти 30 тонн, 25 из которых от Карачаева-Черкесии. Самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Минеральных Вод в египетский аэропорт Эль-Ариш. Оттуда груз будет передан представителям египетского общества Красного полумесяца, которые передадут его жителям сектора Газа. Воздушный мост по доставке гумпомощи организован по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Главным оператором сбора выступил региональный штаб «Мы вместе» ресурсного центра Карачаева-Черкесии. В груз вошли продукты питания долговременного хранения и средства гигиены. Список продуктов формировался из потребностей и предпочтений жителей, которые были выявлены в ходе обратной связи. Это уже вторая гуманитарная помощь, которую наша республика отправляет жителям палестинской автономии. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов выразил благодарность каждому, кто принял участие в таком благом деле, кто проявил сострадание и чуткость к мирным гражданам. Участие МЧС России в данной акции в соответствии с поручением президента Российской Федерации и приказом министра МЧС России, авиация МЧС России, осуществляется доставка гуманитарного груза, предоставленного правительством Карачаево-Черкесской Республики, для отправки в Арабскую Республику Египет для пострадавшего населения в зоне Палестино-Израильского конфликта. Сотрудниками МЧС России осуществляется загрузка 29 тонн гуманитарного груза в борт МЧС России, последующей его доставкой по назначению.